Ого, ребята, посмотрите, их сколько их в капсулах. Ого, они летят и летят на нашу планету. Ай, меня съедают, спасите. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем продолжать играть в игру Swamp Attack, или Охота на болоте, или Болотная атака, или Атака на болоте. В общем, кто как хочет, так и говорит. Так, ребят, мы с вами в прошлом эпизоде 6 замочили вот этого нехорошего босса, которого мы сейчас видим на экране, и перешли на 7 эпизод. Здесь какие-то космические корабли, что ли, какая-то станция была. И я так понял, ребят, смотрите, мы за 2 раза пройдем и этот эпизод, и в конце нас ждет, посмотрите, какой робот-паук, что ли, какой-то такой железный, я думаю. Ну, в общем, посмотрим. И здесь нас ждут много, короче, новых разных коровок, какие-то новые пойдут, и маленькие роботы пойдут, паучки. И, короче, давайте сыграем с вами, чтобы не выдумывать, потому что выдумывать можно много, так что нужно играть и пробовать, и смотреть, что же у нас здесь сейчас будет. Так, ребятки, так, ну что ж, крокодилы, как всегда, идут, мы берем свои пулеметы и начинаем мочить их. А это что, ребята, посмотрите, какие у них лампочки, они зомбированные получаются, эти крокодилы, с закрытыми глазами, они идут на ощупь. У них радиолокаторы какие-то на голове стоят, вот это прикольно, реально. Ребята, посмотрите, крокодилы в защиту одели. Получи, 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 получи. Ребята, у меня нету оружия, надо улей взять хотя бы. Давайте возьмем 2 улья, пускай загрызут их ульи. Мои пчелы, пускай вас покусюкают, покусают немножко. Так, отличненько. Берем, берем, берем. Отлично, отличненько. Так, и пулеметом выстригаем все здесь вокруг. А ну уйдите с моего болота, быстро, быстро с моего болота, я сказал. Нечего вам здесь делать. Всех перестрелю, всех застрелю. Так, отличненько. Просто супер, просто круто. Так, 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 так. Так, давайте скинем ядерную бомбу. Раз уж они хотят идти такой стаей большой, будем кидать ядерную бомбу, наверное. Там посмотрим. Ого, ребята, вы видели, скольких мы убили сразу? И у нас 2-я бомба есть. Пошла. Отличненько. Отличненько, ребятки. Эпизод пройден. Ой, уровень первый пройден в 7 эпизоде. Так, что у нас здесь? Так, тараканы, а ну разбежались в стороны. Так, это нам не нужно. Нам нужно вот что. Так, здесь мы берем. Что у нас? Так, мне улей уже надоел. Давайте возьмем кислотный дождь. Так, возьмем кислотный дождь, воздушный удар у нас. И вместо пианино давайте бомбу-вонючку возьмем. Так, и естественно берем ядерное оружие. Все, ребятки, 2-й уровень, погнали. Какие-то там еноты идут или какие-то, наверное, идут скунцы в противогазах. Но мы еще пока не видим. Получи, получи током. Ага, вот он этот скунс, ребята, вот он. Так, на бомбу вонючку. Так, самолеты полетели. Полетела атака с воздуха. Пошел, пошел, пошел. Кислотный дождь, поехал. Ой-ой-ой, мой дом чуть не подорвали. Нате бомбу вонючку вам еще. Нате ядерную бомбу вам. Бабах! Ого, ребята, вот это круто было в натуре, да. Пошел. А, крокодилы идут зомбированные, ребята. Давайте их позбиваем сейчас. Вау, идут с ядерным оружием еноты. Ау.
Отличненько, просто супер, просто замечательно. Просто отлично, круто. Правда? Классно. Отличненько, отлично. Так, отличненько, ребята. Второй уровень мы с вами прошли. Так, переходим к третьему уровню. Так, на третьем уровне нас ждет. Что же нас ждет на третьем уровне? Так, давайте возьмем самолеты. Так, давайте посмотрим, что нас ждет на третьем уровне. Так, на четвертом уровне какой-то новый будет чувачок, я вижу, появится. Но еще неизвестно, кто это. А вот в бочках они прячутся. Ага, злые крокодилы. Вы думали не пройти? Вы думали пройти, чтобы я вас не заметил, но я вас все-таки заметил. Я еще раз повторяю, что я всех перестрелю вас, всех перестрелю. Ого, ребята, по 4 крокодила в одном ящике прячутся, вы видели? Хотят пройти незаметными. Вот это у них маскировка, конечно. Ух, ребята, вы видели, что-то упало. Что-то упало на голову, какая-то, короче, упала на них штука. Вот, вторая. О, ребята, это они прилетают. Посмотрите, это летят из космоса крокодилы на этих штуках. Это они прилетели из космоса, эти крокодилы в этих. Смотрите, вау, еще один упал. Крокодилы прилетают из космоса, из других планет, ребята. В таких капсулах. Сейчас, посмотрите, опять будут лететь. Вон, видите, видите, опять падают. Капсулы с крокодилами. Вот это да, вот этого я, конечно, не ожидал. Я мог всякое подумать, что может быть на болоте, но такого не мог ожидать, потому что все довольно серьезно. Опять в капсуле енот, смотрите здесь, или этот скунс, как его там. Ого, опять капсула падает. А в капсулах у нас комары, комары в капсулах. Кто у нас? У нас, короче, все в капсулах здесь. Из космоса падают, из атмосферы капсулы, ребята. Ядерное оружие кинем. Пускай уже на Верочку вот так вот. Чтобы не расслаблялись. На бомбу вонючку держи. Все, отличненько, ребятки. Мы прошли с вами этот уровень. Так, и что у нас дальше? А дальше у нас, ребятки, хочу вам сказать. А что у нас дальше? Дальше у нас... А, это эти, такие же, короче. Вот сейчас они будут плыть. Вот, они на лодках, только они зомбированные, ребят. Посмотрите на них. Я уже забыл, как их звать. Я постоянно называю разными именами всех, короче, чувачков. И тут они получаются совсем разные. Абсолютно. Абсолютно разные. Так. Ну что ж. Я считаю, что это просто отлично, просто супер, это просто замечательно, что мы играем вот такую вот замечательную игру. И давайте воздушную атаку, пошел, 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 еще, давай, давай, ох, просто супер, просто классно. Ого, ребята, посмотрите, сколько с неба упало в капсулах крокодилов. Посмотрите, они все падают и падают. И на лодках плывут, посмотрите. Опять, опять бомбежка с космоса. Опять бомбят меня с космоса капсулы, ребята. Опять с космоса капсулы прилетают, чтобы меня уже тут добить, короче. Вот, опять пошли, опять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое делается, а? Что же такое тут творится, ребятки? Что же такое тут творится? Я не хочу умирать, пожалуйста. Так, давайте их, наверное, уже кинем ядерную или что. Немножко они мне уже надоели. Так, отлично. Немножко они, давайте теперь с воздуха поддержку, потому что с правого фланга наступают крокодилы, ребят. Вот они опять с космоса повалили. Так, ну все, отличненько, просто супер, просто замечательно. Все, ребятки, мы прошли с вами этот уровень. Круто. Так, это был 4 уровень и 5 уровень. Все как знают, у нас уровень НЛО, где у нас забирают оружие.
и в буквальном смысле не оставляют практически нам ничего. Нам приходится довольствоваться тем, что у нас есть, и то, что оставили нам инопланетяне. А оставили нам они практически ничего. Ну, дробовик у меня бесконечный, это такое дело. А, о, дали мне пулемета. О, отлично, давайте. Вот так вот. Отлично. Все, пулемет мой закончился, ребятки. Так, атака с воздуха есть одна. Так, давайте еще. О, у меня есть ядерное оружие. Вау! Круто, круто. Ядерное оружие — это именно то, что мне нужно. Просто замечательно. Просто круто. Так, здесь у нас кто? Здесь у нас опять ядерная бомба, ребят. Вау! Круто, 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 все. Теперь нам никто не будет мешать. Так, стреляй, 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 стреляй. Так, оп, минигана 100, миниганом, давайте миниганом стрелять. Ох, отлично. Так, 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 подожди, кислотный дождь у нас есть. Давайте кислотный дождь используем. Просто супер, просто замечательно. Давайте выстреливайте, ребята, посмотрите, сколько их. Все, они добираются на мое болото, спасите. Ух, ребят, вы видели, как нам повезло. Все, мы отбились буквально вообще. О, посмотрите, сколько их падает с неба здесь, реально. Ого, ребята, посмотрите, их сколько их в капсулах. Ого, они летят и летят на нашу планету. Ай, меня съедают, спасите. Спасите, меня съедают. Ядерное. Ого, ребята, вы видели, сколько ядерного оружия. Ребята, посмотрите, меня просто сейчас уничтожат, реально. Меня просто убивают. Ребята, продолжить. Все, ребята. Мы продолжаем, потому что нас реально чуть не замочили только что. И мы выпили эликсир молодости, который дает нам еще жизнь. Вы представляете, вот это уже пошло тяжело. Так, бомба вонючка. Так, кто у нас тут? У нас тут 100 миллигана. Давай, 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 давай. Да сколько ж вас тут будет? Это самый тяжелый уровень за всю историю, ребята. Это самый тяжелый уровень. Ого, с неба падают капсулы с крокодилами. Это самый тяжелый уровень. И НЛО еще здесь мешает. Ого, сколько капсул опять упало, ребята. Вот это тяжело. Это просто тяжело. Просто тяжело. Давайте отстреливаться, давайте, пожалуйста. Так, бомба вонючка, кислотный дождь, я вызываю тебя. Ну, давайте уже. О, да, ребятки, мы сбили летающую тарелку. Это просто замечательно, это просто круто. И мы переходим к 6-му уровню. На 6-м уровне нас ждет, я уверен, что-то такое новенькое. Так, давайте боеприпасами накупим. Так, если честно, хочу вам признаться, дорогие друзья, что кислотный дождь мне не понравился. Давайте возьмем лучше знак стоп, потому что мне это вообще не нравится. И ядерную бомбу, само собой. Так, и бомбу-вонючку я хочу заменить на... Лучше давайте бензоканистру возьмем, потому что бомба-вонючка тоже такая никакая. Так, ого, ребята, что это за пылесос, вы видели? Сейчас какие-то пылесосы будут идти. Сейчас посмотрим, что это такое. Генеральная уборка. Да, пылесос. Ого, какие толпы идут. Посмотрите, какая идет толпа, реально. Все? Нет. О, пылесос какой-то. Ребята, вылез пылесос из озера. Вы видели? Посмотрите, какой-то стоит пылесос. Что это за пылесос такой, а? Что он делает, ребята? Он, наверное, высасывает всю из меня энергию. Вы видели, какой пылесос? Второй пылесос. Ребята, опять пылесос. Вау. Получи, 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 получи пылесос по заслугам. Все, пылесосов больше нету. Так, давайте скинем ядерное. Ох, отлично. Просто круто. Просто супер. Все, ребятки, мы прошли на 7-й уровень. Это просто не может не радовать. Это просто круто.
Это просто супер-пупер. Так, ну что ж, давайте возьмем ядерное оружие. Все остальное у нас вроде бы на месте. Так что давайте потихонечку приступать. Так, ну что ж, погнали. Так, седьмой уровень у нас, ребятки. Седьмой. Мы готовы. Ого, ребята, корова прилетела. Посмотрите на этом, на капсуле космической прилетела корова. Так, давайте отстрелим. Вау, сколько вас тут будет падать. Я все равно всех перестрелю, ребята. Сколько бы вас здесь не падало, я все равно вас перестрелю. И еще раз перестрелю. Так, отлично, просто замечательно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот, красота. Замечательно, просто замечательно. Отличненько, просто супер. Вау, подождите, дайте мне от комаров отбиться. Ребята. Пылесос опять убиваем. Так, давайте кинем ядерное, потому что уже задрали они меня все. Так. Они все падают. Давайте атаку с воздуха, что ли. Пускай атака с воздуха их всех уничтожит. Раз и навсегда, потому что уже просто-напросто надоели мне. Отличненько, ребята. Седьмой уровень пройден, и мы переходим к восьмому уровню. Так, восьмой уровень. Так, давайте возьмем ядерную. Все остальное у нас, в принципе, есть, кроме самолетов, да? Давайте возьмем самолеты. Ну, давайте уже возьмем и канистру. Погнали. Так, здесь какой-то новый пылесос, что ли, на восьмом уровне нас ждет. Так, вредоносная машина. Что это за машина там такая вредоносная? Давайте посмотрим. А, вот она, ребята. Это мне вредоносная машина. Вот она. А что она делает? Ага. Она рождает, короче, этих всех штук. Она... А, ребята, она клонирует. Она клонирует этих. Сколько ты не убивай, она всех клонирует. Вы видели? Реально круто. Ребят, тут даже зомбированные. Смотрите, вот эти же летающие жуки. И все зомбированные. Представляете? Вау. Так, дядя Клава, отбивайся. Сосед дядя Вася, помогай отбивать атаку. Ты же видишь, что творится. Здесь. Вау. Оп, отличненько. Так, бочки с бензином пошли. Ох, опять эта машина, которая им восстанавливает здоровье, ребят, или клонирует их. Точно еще не разобрался. Пока что некогда разбираться, ребят. Надо пока что отбивать атаку. Потому что атака очень серьезная, ребят. Очень-очень-очень. Вау. Ох, наконец-то, ребята, мы сумели отбить с вами атаку. Просто замечательно, просто супер. Все, ребятки. Отличненько, восьмой уровень пройден. Круто. Так, ну что ж у нас дальше? Так, давайте возьмем, наверное, самолетики. И давайте возьмем, наверное, ядерное. Все, погнали. Так, на девятом уровне у нас что-то должно быть. Какая-то корова, что ли, опять новая. Воздушная турбина. Что за турбина такая-то, а? Расстрелим всех. Расстрелим всех, ребятки. Вон она, эта турбина, ребят, посмотрите. Вау. Все, отлично, бомбу мы скинули на них. Опять, откуда они берутся? Посмотрите, сколько их. Реально, очень много. Надо будет взять, ребята, кислотомет вместо электрического, космического вот этого лазерного луча. Мне кажется, будет намного эффективнее кислотометом стрелять.
как вас будет здесь. Так, давайте попросим поддержку с воздуха, потому что они мне уже надоели. Опять на катерах плывут, видите, сколько их. Отличненько, ребята. 7-й эпизод, 9-й уровень пройден. Так, на 10-м уровне что у нас здесь? НЛО, как всегда, я так думаю, да? Так что брать какие-то боеприпасы просто бесполезно, да? Но, тем не менее, давайте запасемся-то. Давайте, не хочу вот эту с бензином, лучше взять электрическую батарею. Это будет намного круче. Так, все, отличненько. Так, и 10-й уровень у нас, ребятки, как всегда, НЛО. Так, ну что ж. Болотное поколение. Так, ну что ж там за поколение у нас такое? Это все, у меня все забрали, ребята. У меня нет абсолютно ничего, и мне приходится... Ребята, я заметил, если в воздухе взрывать, то никто на землю не падает. Вы видели? Можно в воздухе взрывать капсулы. Ого, видели, куда улетел я шлем? Прикольно. О, батарея одна есть, отлично. Давайте ее применим. О, вторая батарея есть. Отлично, просто отлично. Так, минигана 100. Замечательно. Где летающие тарелки? Давайте еще что-то выбьем из летающих тарелок. Давайте покажем, что создаем. Так. Что здесь мы... О, здесь поддержка с воздуха, ребят, идет. Отлично, просто супер. Так, что у нас? Оп, еще одна поддержка с воздуха. Просто замечательно. Посмотрите, корова какая блатная идет с лампочкой на голове. Прикольно, да? Так, ну что, давайте, давайте, давайте покажем, на что мы способны. Ну, давайте. О, ядерное оружие. Круто. Давайте, давайте, летите, нападайте. Я вас буду стрелять всех. Вау. О, еще одно ядерное, ребят. Еще одно, круто. Вау. Отлично. О, миниган у нас есть теперь. О, все, ребятки, мы прошли с вами эту игру. Отлично, НЛО упала и потеряла по дороге все свои боеприпасы. Так, отличненько. Так, ну что ж, ребят, как всегда, мы делим этот эпизод на две части. В следующей части мы будем с вами проходить этот же эпизод, но уже встретимся с боссом. Дойдем до 24 уровня, мы уже с вами прошли 10 уровней. А с вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить пальчики вверх и комментировать мои видосики. До скорых встреч, дорогие друзья, в следующих выпусках. Пока-пока.